не вышипанные ниточками, подкрашенные татуаж, а именно свои красивые густые брови. Тебе больше зависит именно от роста модели. Сейчас самое начало сентября, и все идут в школу, а мы идем на Кузнецкий мост для того, чтобы поговорить с владельцем модельного агентства о том, как становятся модели. Сейчас идет неделя моды в Нью-Йорке, скоро неделя моды в Москве, будет много кастингов, которые мы тоже обязательно посетим и поговорим с моделями о том, как они становились с профессионалами своего дела. За моей спиной сейчас находится Кузнецкий мост, и мы ждем Максима. Максим владелец модельного агентства, и он расскажет о том, как можно стать моделью в Москве, не только в Москве, как можно завоевать весь мир. И на днях состоится кастинг его модельном агентстве, наверное, об этом мы поговорим тоже, не знаю, о чем мы будем говорить. Сейчас он придет, и вы все узнаете. Все-таки для того, чтобы узнать все о моделинге, о том, какая внешность сейчас в моде, в приоритете, и вообще имеет ли внешность какое-то значение, и если не имеет внешность значения, то что же тогда вообще имеет значение в этой жизни? Я думаю, что внешнее – это есть отражение чего-то внутреннего. И внешность также важна, и в некоторых случаях внешность бывает даже сложнее, чем внутренность. Имеет какие-то там необычные черты лица. А в этом случае у человека есть шанс стать моделью? Ну, безусловно, как бы. Просто на самом деле, если так разбирать, то есть два основных направления. Это как красивые лица, там чуть ли не копи-фейс, несмотря на то, что там уже девушки под 30. Вот. А второе, это все-таки как раз-таки, как ты и сказал, это именно интересные лица. То есть как раз-таки... Если модель чем-то цепляет, ну даже сейчас не брать в расчет, это парень или девушка, если реально интересное лицо, то почему бы нет? Особенно даже если смотреть сейчас как раз на тенденции Запада, которые сейчас развиваются, то как раз таки там преимущественно идут интересные лица. В плане, если Москвы брать и делать на этом акцент, то как раз таки, естественно, симпатичные, милые мордашки, краски, коммерческие, да, правильно. А скажи, вот все-таки вот эти параметры, они вроде уже устаревшие в 60-90, по-моему, там все стало намного жестче и уже. А это все сохраняется, это имеет вообще какое-то сейчас значение? В общем, идет преимущество на худобу. В основном модели худенькие. Модели в теле – это плюс сайз. Это уже не те модели, мы не об этих моделях сейчас говорим. Да, сейчас такой тренд на натуральность. И у модели обязательно должны быть натуральные, густые, красивые брови свои. Не выщипанные ниточкой, не подкрашенные татуаж, а именно свои красивые, густые брови. А чем там должна обладать модель? Какими свойствами? Ну да, терпение, выносливость. Как ты? Терпение, выносливость, что еще? Натуральность. Да, натуральность – это вот самое главное для модели, то, что... Начиная, собственно, с заказчиков, заканчивая организаторами, они вообще не любят, когда особенно модели опаздывают. Причем модели, так сказать, жизни отличаются тем, что как раз-таки заказчики, организаторы сейчас пинают ее, говорят, то, что вот иди туда, сделай волосы, накрась брови, вот ты такая хреновая. На самом деле не надо делать на этом акцент. Вот. Когда ты выходишь на подиум, это вот тысячу лиц, камеры, прожекторы, ты, естественно, начинаешь... Чувствую себя звездой, и вот тут как раз включается вот этот эго, который мешает, собственно, иногда модели, потому что начинается портиться походка,
начинается вот, руки у нее ходят ходуном, начинает смотреть там в одну точку или там конкретно кого-то определенного, что в принципе это является минусом для модели, что зависит именно от роста модели. То есть если у девушек это от 175, у парней от 185 как минимум. То есть такие девушки, если у них хорошее коммерческое лицо, то они будут попадать и на фото, и, собственно, на показы. Ну и бывают исключения, причем не только у меня в агентстве, но еще у других. Это они специально выбирают модели, которые маленького роста, но у них лицо настолько фотогеничное, что они, собственно, по большей части работают именно фотомодели. А для показа вот нужны, как я сказал, что определенного роста. То есть тут уже вот четкие поставлены критерии, такой порог, где можно сказать то, что ты модель или не модель в плане дефиле. Потому что когда ты идешь, делаешь проходку, делаешь показ определенный, это же намного сложнее уследить за своим лицом, там, улыбаться, повернуться определенной стороной, нежели чем фото. Потому что фото это, как мы все знаем, ты сидишь, типа, там, спозировал, фотограф уже тебя поправляет. То есть когда повыше подбородок или опустить ниже, повернуть лицо. Это, естественно, намного легче, нежели чем ходить и оставаться с самим собой. Ты, опять же, как бы собранная, потому что ты идешь по улице, ты можешь махать руками, вертеть головой влево-вправо, на сцене, назовем так, это немного неприемлемо, это не так будет красиво смотреться. Ну вот, сейчас я и подхожу к тому месту, где будет проводиться кастинг моделей. Захожу. Подписывайтесь на мой канал, пальцы ставьте вверх и всем пока!